Отвод техники калибром менее 100 мм в Донбассе, возобновление работы банков и модальность местных выборов. Такие вопросы планируют рассмотреть в Минске, где сегодня встретится контактная группа по Украине и эксперты подгрупп. Провозглашенные республики намерены поставить во главу угла предстоящее голосование. Киев, Донецк и Луганск назначили его на три разных даты. А это ставит под вопрос не только итоги, но уже сам факт проведения. В центре внимания остается и тема демилитаризации. От линии соприкосновения предлагается убрать минометы калибром 82 миллиметра. Если стороны придут к согласию, соответствующий договор может быть подписан уже к вечеру. Пойдет речь и о выполнении ранее достигнутых договоренностей. Пока статистика роста жертв в зоне конфликта свидетельствует о регулярных нарушениях. Например, накануне вечером силовики обстреляли Донецкий район «Спартак».